Всем доброго времени суток, ребят, я вас всех приветствую. Вот сегодня хочу вам показать, рассказать, а возможно даже и научить, как можно с помощью декоративной краски изобразить вот на черном фоне эффект битого стекла. В первую очередь немного о двух вещах. Первое, то, на чем я буду это изображать, и второе, то, чем я буду это делать. Вот. Это самый обыкновенный гипсокартон, такая вот плашечка, предварительно подготовленная, обезжиренная, обеспыленная, закрашенная в черный цвет, краска. Вот такая вот. Это Inon Latex Matte торговой марки Fadel. Одна из топовых красок. Вот, отлично подходит в качестве подложки для любой декоративной краски. Вот. И второе, то, чем я буду это делать. В данном случае это будет Хольц Лазурь, опять же торговой марки Fadel, вот, белого цвета. Ну, возможно, если вдруг белый перманентный маркер в качестве косметики где-нибудь подвести и более-менее детализировать рисунок. Вот, посмотрим немножечко о самой краске. Во-первых, сама краска в художественных работах обалденная. Вот, почему? Первое. Во-первых, у них отличная проникающая способность. Она очень хорошо впитывается в поверхность. Она изначально была рассчитана как под дерево, да? Чтобы частично его перекрывать и подчеркивать структуру. Ну, в принципе, можно использовать на любые другие минеральные поверхности, включая даже пластмассу и железо, она тоже неплохо держится. Вот. Итак, хорош, да? Все, приступаем. Внимательно смотрим, усаживаемся поудобно, сейчас все покажу и расскажу. И заранее спасибо за просмотр. Итак, приступаем. Начинаем мы всю работу с чего? Правильно, с эскизов. Вот. Делаем следующие вещи. Вот такую вот. Итак, делаем вот такую вот. Я не знаю, что это, вот такую вот фигуру без непонятно чего. Такие вот сколы и трещинки пока получаются. Это первичный эскиз. Сейчас будем обрабатывать, добавлять тенюшечку, переходы, косметику, детализировать его более-менее красиво. Смотрим.
Ну вот, в принципе, и все. Вот такой вот простенький рисунок при помощи всего лишь двух цветов, черного и белого, при помощи декоративной краски и небольших художественных навыков можно изобразить на любой поверхности. Всем большое спасибо за просмотр. Если у кого-то есть какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь, задавайте, пишите в директ, либо в комментариях. С удовольствием отвечу. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня и настроения. Пока-пока.